В Хасавюрте в последние дни уходящего года состоится первый турнир по грэпплингу на призы клуба «Боевые орлы». Участие примут спортсмены со всего СКФО. Грэпплинг в Хасавюрте развивается на уровне ММА. Таким видам спорта уделяется особое внимание, сказал главный тренер бойцовского клуба «Боевые орлы» Надирбек Хабибов по совместительству и организатор. Для участия в турнире и прохождения учебных сборов прибыли грэпплеры из Ингушетии. Надирбек Хабибов признался, что долгое время не решался провести турнир, так как это большая ответственность и необходимо следовать принципам справедливости, зрелищности и высокого организационного уровня. Подготовка к предстоящему турниру проходит в хорошем темпе, режиме. Ожидаем от наших ребят побед и хороших выступлений. Из Ингушетии приехало около 10 спортсменов для совместных сборов. Но также на участие на турнире заявилось очень много ребят с Ингушетии. Они приедут в день турнира. А приезжие ребята, видно, очень подготовленные, очень физически крепкие, молодые спортсмены, которые в дальнейшем могут показать хорошие результаты. Вот. И это, можно сказать, старая традиция. Мы раньше очень часто проводили совместные сборы с ингушскими бойцами. Вот. Мы решили возобновить эту традицию. И надеюсь, эти ребята станут такими же известными спортсменами, которые прошли также через наш сбор, через наш клуб. Вот такие бойцы, как Моусар Юлоев, Абубакар Мистоев и другие. Этот турнир – шанс для каждого начинающего бойца проявить себя и свой потенциал. Это первый грандиозный турнир по грэпплингу от бойцовского клуба «Боевые орлы». Это будет яркое событие для Хасавюрта. В качестве организатора турнира выступил главный тренер бойцовского клуба Надырбек Хабибов. При поддержке министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Сагитпаши Умаханова и президента клуба Умахана Умаханова. Напомним, что чемпионат является любительским. Курбан Гериханов, Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».